Безналичный расчет хоть и становится все более популярным, но от налички многие отказаться пока не могут. Кто-то до сих пор не доверяет электронным банкингам и кошелькам, а кому-то просто нравится ощущать реальные деньги. Между тем, мошенники сбывают фальшивки чаще всего именно при бытовых сделках и расчетах. В прошлом году, в конце года, в декабре и в ноябре, сотрудниками полиции было возбуждено несколько уголовных дел по относительно схожим схемам преступления. Молодые люди приобретали в интернете поддельные денежные знаки, потом сбывали их на стихийных рынках, в небольших торговых точках с целью того, чтобы избавиться от поддельной купюры и приобрести себе, то есть получить уже легальные денежные знаки. Избежать обмана можно, зная основные защитные признаки купюр. Банкнота номиналом 5000 рублей у фальшивомонетчиков самая популярная. Из 183 подделок в прошлом году в банках региона таких выявили большинство. При просматривании банкноты на просвет мы можем проверить водяные знаки, расположенные на купонных полях банкноты. Также это защитная нить и микроперфорация. При наклоне банкноты можно проверить такие защитные признаки, как цветопеременная краска, так называемые радужные полосы и кип-эффект в виде двух букв R. В зависимости от угла зрения мы будем видеть либо две светлые буквы R на темном фоне, либо две темные на светлом фоне. Помимо пятитысячных купюр выявили 11 фальшивок номиналом 50, 500, 1000 и 2000 рублей, а также одна монета номиналом 5 рублей. Каждая банкнота имеет свои признаки подлинности, но в большинстве случаев граждане их не проверяют. Нет. Иногда, редко тут. Когда с банкоматами получаю, нет, не проверяю. Если честно, нет. Не сильно заморачиваюсь на этот счет. Да я в основном картой рассчитываюсь. Иногда смотрю, но я все равно ничего не понимаю. Давайте так. Отличить оригинал от подделки и заодно выяснить, нет ли в ваших наличных самозванца, можно с помощью приложения «Банкноты Банка России». А для работников сферы торговли Иркутской области и тех, кто ежедневно в работе может столкнуться с поддельными банкнотами, Университет Банка России проводит бесплатные дистанционные курсы по определению подлинности и платежеспособности наличных. Обучение по всей стране прошли уже более 2500 человек. Иван Губин, Дарья Ардамина, Иван Прокудин, Юрий Рябчиков, АСТВ.